Всем привет! В этом видео я покажу устройство балок перекрытия и стропильной системы в своей бане по технологии Fachwerk. Балки перекрытия остались у меня еще с момента строительства своего дачного домика и за 5 лет полностью высохли, поэтому работать с ними было достаточно легко. В классическом Fachwerk, как правило, не используется древесина в виде кругляка, а применяется брус различных сечений. Но мои балки имеют диаметр в среднем 160-180 мм, и из бревен такого диаметра брус получится крайне малого сечения, что скажется на его несущей способности и архитектурной привлекательности. Но не использовать бревна при их наличии было бы большой расточительностью с моей стороны. Для крепления балок я изготовил скобы из обрезков арматуры 8 диаметра. Арматуру я предварительно отжег в печи,
чтобы она стала более мягкая, и заострил ее концы, после чего без особых усилий я придал ей форму скобы. Балки перекрытия опираются на верхнюю обвязку внутреннего каркаса, а с помощью скоб соединяются и с верхней обвязкой наружного каркаса. Теперь два каркаса уже будут работать совместно. А после монтажа всех горизонтальных и диагональных связей, двойной каркас превратится в единую конструкцию. Чтобы скобы не мешали опиранию дальнейших элементов, пришлось предварительно сделать небольшие пропилы на глубину 5 мм. Тем временем зима вступила в полную силу, и работать на улице в такую погоду у меня большого желания нет, так как производительность по сравнению с летом упала в разы. Но выбора у меня нет, надо поставить каркас под крышу, чтобы дерево начинало сохнуть. Чуть-чуть еще дальше.